Несколько десятков родителей солдат-срочников, продолжающих службу в Карабахе, собрались у здания правительства Армении. Они требуют от властей Армении сделать все возможное, чтобы их сыновья прекратили воинскую службу. Родители солдат требуют досрочной демобилизации своих сыновей и обеспечения медобслуживания, так как они не в состоянии продолжать службу, тем более в нынешних условиях. Ոչ թե իրական դրություն է կազմակերպել։